Алешка, ну расскажи. Уже на соревнования, на две недели. Куда вы уезжаете? Соединитесь немножко. Вот так. С большой рыбой, за медалями. Да? Ну давайте, погружайтесь вперед. Я вам ручкой помашу. Лёш, давай, счастливо. А кто за рулем? Счастливого пути! Возвращайтесь с победой! Мы вас будем очень ждать. Будем скучать, плакать. Ну вот, все, уехали. Да, Никита? Я буду махать, а ты... Да уже махай. Пока! Прощай, дорогая! Начинающий, но подающий надежды. Пока они двое. Вызывается представитель команды Таганрога Юрий Поляков. Мастер спорта из Санкт-Петербурга Владимир Синегубов. Заслуженный мастер. Мастер спорта международного класса. И Алексей Шилагин, кандидат в мастера спорта. Значит, вот начиная от Павла Антонова, туда перейдите. Флаг с той стороны. Один столбов встанет. Секретарь соревнований Штейн Виталий Давыдович. Республика.
хамская категория Петербург. Зам главного судьи Мелехов Дмитрий Викторович. Корцовская Юлия. Ежиновка. Моисеев Константин Юрьевич. Петербург. Судья-информатор. Моисеев Юрий Кузьмич. Зам главного судьи по технике Бабанов Валерий Алексеевич. Бабанов Валерий Алексеевич. Нижний Новгород. Прежде чем предоставить слово главному судье соревнований, разрешите представить вам представителей Новороссийского городского совета Ростов, председателя и его заместителя. Жуков Дмитрий Виктор Константинович, председатель. Заместитель Скрипин Александр Дмитриевич. Подойдите сюда, Александр. Уважаемые участники соревнований в России по подводной акции, вращение в наследнике городского и краевого совета в Ростове, приветствуют на нашей героической земле города Героя Новороссийского. Пожелать вам вскоре спортивного счастья, везения и спортивных победителей всего слова. Товарищи участники, поздравляю вас. Поздравляю с праздником Дня физкультурника и с открытием Кубка России по подводной охоте. Какие наши соревнования совпадают на такие прекрасные даты. Что видели? Очень тускло. Очень тускло. Серега, это ты. Да, плохо видно. Ну вот опять у вас. Так и умрешь, не целого. Скажи пару слов без протокола.
Чего? Вот мы и в Капри, на самые уши. А стакана нет? Слова пишутся, нет? Мелодия пишутся? Да. Все, пишут. Вот сидим мы тут отмечаем. Серег, потом дашь мне переписать? Легко. А Серега? Ты заметил, что он отсюда? Ты поворачиваешь сторону? Ладно, дашь переписать? Ты выпить. За женщин. Вначале мы выпили за любовь и надежду, которые должны всегда сопровождать, но дай Бог, чтобы в первую очередь сопровождали они и выжили. Чем более любовь и надежда у нее. Вот они, рядом. И они должны с ним быть всегда. А теперь я предлагаю выпить за женщин, за тех, кто... Ковал. Все. За тех, кто кует. Из нас и даже те, кто сопротивляется и думает, что из них ничего не издавать, скажем, Обучаем, скажем, Баврин, я не говорю про Синегубова, самостоятельные мужики. А Ковазик кто? Они уже отдыхалось. Кто из вас имеет двойняшек? А вы послушайте, как он рассказывает про своих двойняшек. А? Он к женщинам относится отрицательно. Но когда он договаривает о своих двойняшках, это же... Я предлагаю выпить, дорогие женщины, за вас, которые делают из нас все, что угодно, и даже подковы. Спасибо. За вас мужчины пьют стоя. Ура! Те, которые могут, конечно, это делать. И это тоже. Настоящих мужчин могут. Нужно поддержать Анатолия Ивановича. Анатолий Иванович, конфеты снимись. О, поддержали. Анатолий Иванович, поддержали. Компании. И комментируешь, как мы ехали на красном форде. Мы ехали, Красота какая, да, Сережа? Не говори. Только трясет. Дорога не срока, но проехать можно.
Я вижу. О, нет. Вот оно море. А? Дальше. Так, давай. Так. Вот она переднеприводная. Да. А сейчас она переднеприводная. Поехали. Дружно. Моща нужна здесь. А как же? Кристаллит. Доблестный Леха. Нужна бы вода. Говоришь, раздеемся? Попытка два была. Еще раз нажми. Все. Рек убрался. Нет, не убрался. Ну тогда выключай. Ага. Вот это мы уже спускаемся к морю. Еле-еле спускаемся. Да, не подъехать было совершенно. Вот и дальше идем пешком. Зато какое море. Море супер. Зато какое... Вот это одна из наших акваторий. Вот это того пирса начинается. Вот. Это вид вниз такой. Вода прозрачная. Да не поближе. Сейчас, подожди. Страшно? Страшно прозрачная вода. О, какой прозрак. Это вниз, вертикальная стенка почти. Вот мы идем туда. Давай я тебя сниму. Блин, подожди, тут... Я не пойму, снимает она или нет. Рык там, посмотри. Да тут... Видно. Не видно. Давай, иди, я тебя сниму. А там, кстати, тоже живописный такой. Ну так. Здесь, по-моему, везде класс. Да. Наконец-то дошли до моря. Все. Нагрузился и пошел. Теперь воду. Ты как сам, донесешь? Да, да. Вот и питерские подводники. У них здесь стойбище. Вова, дай попить, а? Да, и видишь, я пью. Прямо изо рта вырывает. Вот ты глоток делаешь, я глоток делаю. Ну. Я тут всего глоток, я хочу, чтобы он остыл. А ты меня торопишь, чтобы я давил. Сейчас кружку дам тебе, и все слухов занимаются. Ну, на шелков хочешь, это ты брось. Да, Мишич. Лёшек одевается. Боюсь, я ружье не смогу зарядить и разбирать. У тебя, кстати, заглушка плохо закручена. И костюм тоненький. Да, кстати. Ну все, пока. Клиенты, рыбок не убивать. Спасибо. Теперь снова легче.
многим это удается, особенно с врачей. Ну. Скучаем вместе сражаться. Зачем руки? Это хорошо, это хорошо. Первое еще занимать. Последнее место 50 килограмм. Вот тогда это интересно. Да. Тогда соревнования. А так все. А 50 грамм? Это уже убогие. Это после тогда соревнований. Что такое, понимаешь? И желательно огнедышащего змея. Когда научишься петь с ним, тогда вот ты будешь диктовать, один-два есть. Ну как а только, так сразу. Угу. А в Геленджик еще взять это винзавод. Спонсоры. У нас там есть спонсоры. Есть даже где остановиться. Никто даже Геленджике? Уборщику не взял. Да. О. Палаточный лагерь, где организовать есть, понимаешь? А, ну. Метоник. А это было бы вообще тогда. Генерал, мы бы уже говорили об этом. Почему говоришь? А что, не было такой, да? Нет, кто был? А тоник он сильный, безумный такой, с ума сойти. Хорошо бы пиво. Царское, с орехом. Леха не будет, он снимает. А, Лехе-то оставь. Что-нибудь одно, или снимать, или мороженое жевать. Да я вам сейчас отдам. Он будет снимать, а я мороженое за него жевать. Не, Леша, ничего страшного. Один холодный. Морозов, Серега, да не мороженое, которое тебе принесли. Ешь, ешь, Вова, я мороженое не ем. Мне бы пиво. Ладно, нахуй пиво. Сейчас кушу. Рыба. Нафиг, там главное, нафиг. Туда бегом, назад бегом, туда бегом, назад бегом. О, это что? Горячая, да. Твою команду ко мне. Никого. Марина. Ну. Пошли, я тебе все кушу. Леша. Оренга. Пошли всю машину брошу. Да, чебурек. Вкуснее возьми. Вкуснее возьми. Кого куснуть? Возьми. Тебя чебурек. Куснуть? Ну, чебурек. Чебурек. Чебурек? Я чебурек не хочу. Я тебе кусну. Леша, чебурек не хочу. Это называется героика будни. Во всем. Еще одну часть. Вот это мы сказали. Да. Ну, вот Лёшка под всё присячку. Да. То есть, я думаю, надо подышаться и хорошо его взять. Владимир Евгеньевич, пока Лёха был, тогда ещё ничего. А потом Лёха долбанул. Я три раза мыс приходилось выходить на берег, опять на мыс. Три раза проваливался. Ну, один раз такой висячий. Пока всплываешь 10 метров с носом. Бреда приятно, да? А? Но все равно приятно. Не пошло, не пошло. А, да. Ну, слава богу. Молодец, как говорится. Чуть-чуть. Поехались. Да. Да, да, там может уже что-то не это и схватили. Значит, я личные карточки отдал. Да, Серега, давайте протокол снимался. Ладно, да, это самое сейчас. Почему?
А в город? Да, Кучаев. Ну, охотно, через КП проезжать. Утки, да. Мы на Баку, да? Да. Мы на КП не въезжаем, но... Как на КП не въезжаем, то Сергей. А я первого, да, Кучаев. На КП не въезжаем. Ну, они сказали. Я говорю, что... Фотографию. Фотографию. Снимай, снимай. Память, история. Давай, давай. Правильно. Таких, как мы, больше не увидим. Да, извиняюсь. Старики. Не знаю, фамилия. За первый день фотографии. Видели? Да, вот это, конечно, интересно. Я сказал, что... Питерская тусовка. Сколько часов? А сигнал у нас будет сюда? 8 тысяч. А что там, стриптиз снимает, а? Да вон, нормально. Это двух огней. Смущено? Да, это вот уже... Сколько смешного? Очков. Это первый день, мы еще Мы постоянно так учим. Вместо воды, говорит, здрасте, как быстро. Я так раз смотрю, не понял. Стас такой сзади с пачкой. Хорош снимать. А ты кому снимаешь? Я Лёшке снимаю. Возьмёшь свою камеру, поснимаю. А мне не надо. Поправили, глаза не болят, зрение это нормально. Чай, фотография. Так, пощипал на горке, спустился вниз, все, а ты слетел. Когда начали, я чувствую, как разновело. Все очень просто, нужно так вот. Ну, могу тебе сказать одну штуку, что по молодости видно. Надо было тоже приятно. Сколько мы его со Степой за ноги осаживаем? Это надо же глаза разуть. Сейчас мы на шаге там. Ну, я же телепашка. Ну, это остается. Питер не уехал. Слышала про помощь. Ну, рублю, давай. Есть,
По крайней мере, вот я понял, что уже интуиция, опыт, он уже подсказывает. Ну, там чисто там Очень сомневаюсь. Он никогда не причесывается, Серёжа, ты знаешь.